В Алматы продавцы известной международной сети ресторанов общественного питания обслуживали клиентов без медицинских масок. Тем самым представители компании нарушили санитарные правила. Теперь им грозит крупный штраф. Об этом стало известно в ходе рейда, который провела рабочая группа в Медеузском районе мегаполиса. Рамина Мирзалимова продолжит тему. Обязательно носить маски. Это ради вашей же безопасности. Члены рабочей группы ежедневно ходят по улицам мегаполиса и проводят разъяснительную работу среди населения. Сотрудники полиции, акимата, санэпидемиологи и представители партии Нур Отан призывают горожан соблюдать режим карантина, носить маски и придерживаться социальной дистанции. Сотрудниками управления полиции Медеузского района совместно с сотрудниками акимата района проводятся профилактические мероприятия, направленные на поддержание режима карантина, масочного режима. Главная цель, чтобы население, жители города понимали, что режим карантина еще продолжается, чтобы берегли себя, своих родственников и близких. Только в Медеузском районе создано 7 рабочих групп. Они посещают автобусы, рестораны, торговые центры и скверы. Сегодня побывали в парке 28 панфиловцев. Там сейчас многолюдно, и горожане пренебрегают санитарными правилами. Но есть и те, кто считает необходимым носить средства индивидуальной защиты. А где маска? Дома. Маски нету, да? Нет, у нас нельзя общественные места без масок ходить нельзя. Нам дали масочки, мы забыли дома, к сожалению, торопились с ребенком гулять. А так в городе, конечно, мы ходим в масках, посещаем места скопления народа тоже в масках. Как бы соблюдаем карантин. Надо маски ходить постоянно до карантина. Все, автобусы все время в магазине. Не нарушаем. Правильно, нужно носить маски. Это все ради нашей с вами безопасности. Наведалась рабочая группа и в одну из точек общепита. Работники заведения обслуживали клиентов без масок. Санэпидемиологи составили административный протокол. Теперь это дело будут рассматривать в суде по статье «Невыполнение постановления и иных требований санитарного врача». Ежедневное число зараженных коронавирусом не снижается, значит, не время расслабляться. Сейчас все еще важно соблюдать все меры защиты от COVID-19. Рамина Мирзалимова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.